Всем привет, друзья, с вами Коллексом, и мы все так же продолжаем «Утерянный гримуар 3. Забытый источник». Кстати, сейчас я его прохожу на казуальном уровне, потому что, ну, я уже все знаю. Я все знаю, я уже говорила вам в предыдущем видео. Ну что, давайте играть. И не обращайте на мой голос, потому что я немного болею. Да-да, перед самым Новым годом. Ну что, давайте осмотрим, пошарим. Так, что ты здесь еще я должна сделать? То есть ножом я не могу, да, распутать? Топорик. Палку. И связать. Теперь мы можем делать все, что угодно. Почти все. Открылась дверь, королевская карета. Боже мой, какой беспорядок, даже для Рафаэля. Сразу здесь изничтожаем, забираем новый рецепт и открываем кулечек. Огниво. Крепко прикручено, без отвертки лучше даже не пытаться. Здесь шифр, но мы его, как обычно, не знаем. Тросточка. Если нет ключа, всегда можно заменить ее взрывчаткой. И нам нужно собрать взрывчатку. Теперь посмотрим, что карта нам показывает. Вот и вскрываем. Нужна емкость для угля. Пожалуйста. Возвращаемся обратно. Вставляем ручку. Выпадает еще один ингредиент. И что-то еще здесь. Это фитиль. Хорошо, карта в помощь. Алхимия. Распилить. Ну вот, все готово. Хорошо, что мы справились с этим очень быстро. Очень много занимает время. Так, мы получили корзину. Зачем мне корзину? Вспоминай.
Я не помню. Зачем мне корзина? Но мы, в общем, взрываем ящик, тумбочку. Находим здесь поиск предметов и давайте поищем. Боже, я зачем-то сделал то, что не нужно было сделать, но она, вроде бы, если не ошибаюсь, сейчас догадалась, кто такой Сильван Хейр. Я всю дорогу провела с Сильван Хейром. Это же было очевидно. Шифр. Пойдемте откроем. Пытаюсь вспомнить, как должно быть расположено. Нет, не сработало. Ну, значит, наоборот все. Крюк. Отправляемся. И что еще не так-то опять? И вставляем в копье. Держится крепко. Я вполне могу перелезть по ней. Выполнена задача перебраться через баррикаду. Но у нас новые сразу задачи. Найти дорогу в город эльфов. Забираем лопатку. Берем угля, чтобы отвлечь пчел. Но сначала кладем тряпочку и на нее уголь, чтобы эффект был лучше. Вал с шипами. И вот мы попали на новую локацию. Осмотримся. Палукс, что с тобой случилось? Твое пламя гаснет. Это из-за превращения моего брата? Я совершил ужасную ошибку. Прости меня и вернись, прошу. Только вместе мы сможем понять силу родника. Не верь ни единому его слову. Ты предатель. Я знаю, кто ты. Не смей со мной разговаривать. Война, гибель моих родителей — это все твои рук дело. Я не буду этого отрицать. Именно поэтому я должен остановить дальнейшие разрушения. Артефакт, который уже разрушил мое царство, теперь охотится за твоим. Ты единственная, у кого достаточно сил, чтобы сопротивляться ему. И я делаю это только ради моего брата и подданных. Да, но тебе все равно нужна моя помощь. Шипастый вал защищает мой город от внешнего мира. Чтобы открыть проход, тебе придется зажечь маяк на башне.
А затем нам будет пройти через лабиринт. Снадобье поможет нам найти дорогу. Чтобы открыть проход, тебе придется зажечь маяк на башне. Я поняла. Призрачная паутина. Я захлебываюсь, короче, соплями. Давайте осмотримся. Листочки для корзинки. Так, здесь можно, по-моему, набрать сразу. Не знаю, что, конечно, песка. Думаю, эти ребята не пойдут со мной добровольным. Чтобы от светящего света был толк, надо срезать их аккуратно. А я могу что-нибудь взять здесь? Алло. К башне пришли. И здесь сейчас быстренько тоже пробежимся. Нужен ключ. Здесь, кстати, сразу идет шифр, круг. И цепочку надо чем-то залатать. Все просто и очевидно. А, наоборот, подождите, а почему? Я вот эту круглую посередине не могу брать, да? Окей, а что тогда? Почему она посередине? Я хочу уже взять последнее кольцо, но мне не дает. Чё за бред? Правда. Непонятная штука. Думаю, сюда подойдет что-то географического стиля. Ключ. Цвета выглядят неестественно. Думаю, мне нужны образцы для подсказки. И, соответственно, образцы, наверное, здесь будут. Крепим. Поднимаем. И нет, здесь просто фигурка географическая. И вот они, образцы. Делаем все, как нарисовано на картинке. Город вокруг. Возможно, это и есть столица эльфов. Что это такое? Дерево? Озеро? Дайте догадаться, это Сильван Хер и его сестра.
Что-то пошло все так. Хорошо, возвращаемся обратно. У эльфов определенно какое-то пристрастие к освещению. Ты что-то сказал? Нет, ничего. Я вот нашел кое-что для вас. Типа ингредиент. Возьмите, пожалуйста, и распишитесь. Хорошо, дальше. Дальше. Есть ингредиенты, есть карта. Он мне ничего не скажет, да? А почему до этого я не могла взять вот это? Так, карта. Отправляет нас обратно назад, чтобы потушить огонь и забрать вот эту финтифлюху. И ключ. Самое красивое, самое. Подождите, огонь где был у нас? У нас явно где-то был огонь, хотя нам огонь не нужен. Чистим серп. Достаем цветочки. Пойдем в нашу алхимическую сумку. Сколько много зеленого. С горем пополам, но мы это сделали. Применяем. Дальше что? Что это? А, плокс, надо его одеть. И забрать. И, короче, здесь нужно, в общем, поставить вот эти валуны в синие штуки и пройти.
Я уже что-то не так сделала. Вот здесь будет чуть посложнее вроде бы. Надо вспомнить, сейчас я вспомню. Чуть-чуть рано, опять же, таки сделала. Еще раз сделаем. Вот эта дурацкая беготня меня убивает. А, у меня же есть вот тут вот верхний проход теперь. И последнее. Итак, добро пожаловать в мое царство, миледи. Там за мостом стоит терновый замок, а родник находится в пещере под ним. Здесь нет никаких мостов. Ах, да, мосты, ведущие к замку, сотканы из заклинаний. Их можно увидеть и пройти по ним только при лунном свете. Именно поэтому наша раса почти вымерла. Ржет. Не думаю, что я тебя простила. Продолжай. Да, чтобы пересечь мост, днем нужно зажечь фонарь с лунным светом. Вот он. Но ему нужно горючее. Окей, спасибо. Карта? Окей, ура, у нас новая локация. Я предлагаю здесь остановиться и продолжить очень скоро. Не знаю, выйдет это до Нового года или после Нового года. В общем, подписывайтесь на канал, ставьте лайк. Ну а с вами была снова я, Коликсом. До новых встреч. Пока-пока.